У нас 3 июня 2024 года. И что мы сделали? Это все отвернули, шпарлы убрали, там все подготовили, то будет подниматься, чтобы сток был в эту сторону. Это Сергей Павлович Пупков работает на этом. Видишь, как песок берут, щебень. Я маленько сейчас выйду, хоть и что-то показать, что вот, что-то тут и сделали. Вот теперь уже заложили. Вот все там натянутые. Это большие арматурины. А между ними, от которой сегодня есть. Это все Тесов Геннадий, этот Константин. И вот туда сейчас будут забрасывать. Это установили мы счет. Вот теперь у нас выше вот это бревно тут подготовили, подтесали. И эти скобы, вот здесь до них он прорезает и туда загоняет специально такую держит железяку, по ней бьют, они туда уходят. А ее не видно даже, вверху там не сгнившая. И вот теперь, а это все окутали снизу, везде рубероидом прибили. Рубероид. А это все далеко не вылазь вот здесь. А это вот подперли. Это уже сегодня спокойно спали. Но она тут остается, трогать, наверное, не надо ее, сколько стоит. А когда это уже все подойдет, закрепнет, тут она упираться будет на все. Видишь, как сделано. И тут большая, чтобы бревно не опрокидывалось, снизу пробито. И вот этот сверху маленький подтянули домкратами и прибили. Ну, вчера вот сколько могли здесь накидали. Вот это здесь. А здесь, на той стороне, яму выкопал, где стены сходятся вместе. Опять же Константин. Вот, видишь, как. Вот. Ну, и вот это там видно, там отошло. Придется потом делать, как подрубать. Вот. Вот она где. Вот она. Вот туда все набили, почти что все. Ну, ни одной кельмы нету, ни одного мастерка. Я тут вчера лазил, потоптал. Это у нас тут, видать, чеснок. Это наша газель. Прошла она всю Европу. Я называю белая голубушка, а которая против колымага. Так. Вот это надо там сейчас пойти и закрыть. Вчера, видимо, не закрыли, так, где намокли. Так, заходи в комнату. Подожду, не будем мы. У нас еще время есть. Вот эти, которые доски, все мы еще подготовили. На той стороне, а там теперь Исида какая-то, богиня греческая, якобы. О, кто идет. Ой, кто услышал меня, а? Вот пошел на дождь. Он тебя испугался, не разговаривай. Вот он как. Он на улице живет, а зиму караулил у нас. Где там пшеница, это мука, все. Вот так. Вон далеко там кран, говорит. Вам, говорит, такой кран надо туда. Вот. Где он, я не знаю, вот. Во-во-во-во. Слава Богу. Натихнешь. А, что? Да я думал, вот такого крана хватит. Вот. Вот уже такой же кран самый. Вот такой надо. Кран, чтобы поднять эту. Никак, он на рельсах идет, а никак. Это ничему не рад будешь. Да. Ну, я дальше не пойду пока. Вот этого сарая, вот наклон маленький на той стороне. И которая вот это угловое, это под нее не подкопаешь, потому что сосед ограду провел и почти на полметра захватил сюда. Ну, пришлось искать его. Вот мы с Максимом ходили, нашли этих хозяев, кто там девочка была. Сказали, вот давайте мы вашу ограду переставим, или нам разрешите подкоп сделать, забетонировать. Ну, забетонировали, все там замазали. Видите, как вот все дело Божие. Вот ты видишь, вот на этой глазах
Вот, вот. На этом, вон, около скворечника. Да. Там все видать, что мы стоим из комнаты. Видал такую технику? Вот, да, брат ты мой, не просто так. Это у нас Виктор. Виктор тут, Анатольевич. Так, держи вот это. Держи. Ой. Вот сейчас я посмотрю, что тут есть. О, тут все. Большие гвозди, вот они по 200 приволокли, тоже это не надо. Ну, короче, так. Благословен Господь.